Пумка, давай кушать. Давай, малышка. Друзья, всем здравствуйте. Хотим вам показать, что малышка приходит в себя, такой внеочередной выпуск, там кошка. Пумка, давай скорее кушать. Давай, зайка. Давай, маленькая. Вчера она отходила от наркоза, были некие сложности. Давай косточку погрызем. Давай сама, давай сама. Ну куда ты? Еще у нас переезд, поэтому, дорогие друзья, сильно не пугайтесь. Еще. Как вы слышите, она может похрипывать. Она может звуки такие издавать. За это все садись. Мы тебя не трогаем. Можешь начинать кушать. Видите, она откашливается, она похрипывает. Но Сергей сказал, что в этом ничего нет страшного. Это из-за того, что вставляли трубку духовую, точнее для ингаляции. Ну и поэтому это нормально. Всю ночь мы не спали, возле нее находились. Несмотря на то, что Сергей сказал, что все хорошо, это не опасно, все-таки мы решили перестраховаться. Вчера ей было прям тяжело даже открыть рот. Мы убрали сервала, убрали кошек, чтобы они ее не отвлекали. Весь вечер вчера она спала. Ну вот, начала кушать, слава богу. Все хорошо. Как вы видите, хотя бы аппетит появился, это нас очень радует. Да, еще хрипы есть, но это все пройдет. Маленькая. Как вы видите, у нее выбрита на шее. И у нее выбрита внутренняя сторона задней, по-моему, левой лапы. Все-таки есть сложности, как вы видите. Ну, еще из-за того, что она торопится, конечно, она может срыгивать. Но в целом, хотя бы у нее появился аппетит. И это очень-очень хорошо. Поэтому мы вас держим в курсе, не переживайте. Скоро сделаем ролик, соберем из нескольких видео, потому что снимали несколькими сегментами, как мы с госпиталем дикой природы гуляли по парку. Так что, друзья, не переживайте. Малышка приходит в себя. Уже пытается играть. И, что самое важное, начала кушать. Правильно, все, что вышло, зайдет обратно. Оно вышло не по согласованию, поэтому все мы вернем на место, на законное место. Маленькая наша, все будет хорошо. Вчера весь вечер она не пила, ну, отходила от наркоза, ей вчера прям было, ну, прям, ну, не очень. Ну, ничего, сегодня уже хрустим костями. Поэтому, друзья, всем спасибо большое за комментарий, каждый комментарий читаем. Каждое ваше доброе слово доходит прям до адресата, до малышки. Так что благодарим вас за то, что вы с нами. Благодарим вас за то, что вы поддерживаете нас. Ну а мы будем стараться как можно чаще радовать вас подобными видео. Я думаю, впереди еще денечек или два у нас есть время прийти в себя. В плане после наркоза, после всех манипуляций. Потом мы наконец-таки выйдем на прогулку. Потому что все-таки она очень хочет гулять. И она знает, что по вечерам мы гуляем. Но сейчас есть обстоятельства определенные. Из-за ее здоровья, что пока что мы не пойдем. Как ты хорошо костями хрустишь. Ты такая молодец. Что там увидела? Ты злой леопард? Ты злой пепард?
Друзья, еще раз хочу сказать, что не обращайте, пожалуйста, внимания на коробки на фоне. Пока что здесь у нас еще разложены все комплектующие для парка и так далее, и так далее, и так далее. Вот, пока что строится необходимое помещение, все пока что еще стоит в коробках. Так что надеюсь, что это сильно вас не смутит. Вот, далее. Что-то я еще хотел интересное рассказать. Зайка, ну давай так не будешь делать. Давай вот скорее поправишься, и все будет нормально. А, вот еще хотел рассказать о том, что она на самом деле очень спокойная кошка. Она очень, ну, не то, что назвать это ручная, но она очень лояльная, ласковая, если с ней правильно обращаться. И, ну, хочу сказать, да, и я всегда об этом говорю, что, конечно же, такие животные не домашние любимцы. Они должны жить все-таки в специализированных учреждениях, в парках, в хороших зоопарках и так далее, и так далее, и так далее. Потому что дома содержать такое животное очень и очень сложно. Так что, друзья, всем прекрасного дня. Ну, я думаю, вам сегодня было интересно понаблюдать. Сейчас малышка доест кусочек. Чуть-чуть приближу ее и пойду еще дам ей мяско. Крошка. Картошка, крошка. Ты все съела, ну ты умница. Ну, пожалуйста, поправляйся давай скорее. Мне так не нравится, когда ты себя так чувствуешь нехорошо. Ну, повторюсь, то, что она кушает, это уже очень и очень прекрасно. Сейчас съест хрящик и будет требовать добавку. Так что всем прекрасного дня. И ждите новых видео. Пока-пока. Пока-пока, леопарды. О, маленькая наша.